Аджимушкай. Поселок в черте города-героя Керчь. В годы Великой Отечественной войны, в 1942 году, здесь, в аджимушкайских катакомбах, вел оборону Крымский фронт. Часть войск и местного населения города Керчи в мае 1942 года спустились к каменоломне, где и заняли оборону. В боях от ран, обвалов, удушения и от голода погибли тысячи советских бойцов и мирных граждан. Спустя 70 лет на месте героической обороны, на мероприятии под названием «Вахта памяти» «Аджимушкай-2015» побывал я в составе феодосийского поискового отряда «Патриот». Итак, «Вахта памяти» 2015 год, 15 мая. Мы находимся в поселке Аджимушкай, город Керчь. Вот здесь собралось около 60 человек. Значит, здесь, давайте попробую перечислить: Нижнегорск, здесь Керчь, здесь Феодосия, здесь Севастополь, здесь Красноперекопск. Вот, и еще, может быть, кого-то не объявил, ну, честно говоря, так затрудняюсь сказать, народу очень много. Вот, сегодня первый день, поэтому со всеми еще не успели познакомиться. Вот, ну, кто есть, то есть. Вот, вот здесь вот располагается лагерь Феодосий. Привет! От Феодосии. От души. Сюда искать останки бойцов павших в боях с фашизмом. Вот. Как ты фоткаешь? Ух ты! Я не фоткаю, я снимаю видео. Чего? Ты сегодня бухаешь? Скажи два слова для прессы. Открытие «Вахты памяти» сопровождалось выступлением коллектива Дома культуры Нижнегорского района, творческого объединения «Ералаш», а также хореографической студии «Иллюзия». Thank you.
Спасибо большое! Будем строить новую державу, возрождать великую страну. Иди, чтобы у наших славу, не дадим погасить мы врагу. В общем, сегодня первый день вахты. Сегодня 16 число. Ну, не первый, второй день вахты получается. Первый день, как вышли. Вот 16 число. Вышли на вот эти вот, не знаю, провалы, не провалы. Вот они, аджимушкайские катакомбы. Где-то там у нас под ногами. Сейчас ищем наверху, на поверхности. В общем, катакомбы находятся прямо около самого поселка. То есть вот поселок заканчивается, и пошли катакомбы. По снаряжению. Глубинники, лопаты и клюшки. В принципе, и все. Видел, ребята приехали с щупами, но с щупами тут вообще ничего не сделано. Земля мягкая. Здесь в основном ракушняк идет. Верстая ракушняк. Как находится? Очень пахнет чабрецом, то есть здесь чабрец растет. Но пока он не попадался. Вот, но в прошлом году я нарвал чабреца здесь, в этих районах, и до сих пор его и пьют с чаем. На третий день у нас была вылазка на место столкновения войск СССР и фашистской Германии. Активную помощь в поиске мест сражений оказал руководитель поискового отряда «Память» города Керчи. В тот день были подняты останки бойца Красной Армии. К большому сожалению, узнать имя не удалось. Отче, вот эти все холмы, все в боях, все боевое. Это именно та линия фронта, которая отсюда вообще не смещалась. Вот именно по этим соку. Вот здесь каменоломник. Вот здесь вот еще один. Кстати, не менее, чем Аджимушкайский. Только они прямо на линии фронта были. Тут госпиталя были. Озеро Бугана, все вот здесь, карьер. Да. А вот здесь там есть этого карьера, вот там после войны карьер. Там стояло как раз командование корпуса армии сверху. 88 сверху стояли. Так как там корпусное направление. Нет? Да, да, командование корпуса стояли вот здесь на этих кусках. И по собой прикрывали само направление, не давали сниматься? Ну, не собой, но какой-то видели. Контролировали? То, что происходит. А это очистные. На пятый день вахты нам пришлось уехать домой, где нас ждала повседневная суета. Сидим, бомжуем, ожидаем. Подайте что-то само. Сами мы не местные.